сегодня в программе? Билет в будущее или пропуск на свалку? Какая судьба ждет российские перехватчики МиГ-31? Это и многое другое в рубрике «Актуально». 9 кругов оружейного ада. Сергей Лисковский узнал, зачем каждая новая винтовка, пистолет или автомат должны проходить нечеловеческие испытания. Цветы для саперов. Разминированием займется гигантский одуванчик. Подробности в обзоре мировых новостей. Управляемая смерть. Александр Сафронов первым увидел новую российскую противокорабельную ракету. 6000 кадров в секунду. Выстрел из танка крупным планом в рубрике «Без комментариев». Горячие споры развернулись вокруг истребителя-перехватчика МиГ-31. Так главком ВВС России заявил, что обновление этого самолета потребует громадных вложений – не менее 50 миллиардов рублей. Такие деньги, считает генерал-лейтенант, проще вложить в разработку нового перехватчика. В свою очередь, в Госдуме с ним не согласны. Парламентарии уверены, что после грамотной модернизации перехватчик еще на 10-15 лет превзойдет все мировые аналоги. «Ратник» отправили на тест-драйв. Отряд разведчиков Псковской десантно-штурмовой дивизии получил на пробу несколько комплектов экипировки будущего. Голубые береты в полевых условиях изучают все возможности «Ратника», а также проверяют, подходит ли он именно для подразделений ВДВ. Кстати, испытания проходят сразу несколько вариантов экипировки. Для экипажа боевой машины, для разведчика, снайпера и обычного стрелка. И в Горном Алтае появится новая система слежения за космическими объектами. Называться она будет «Стажер-2», и в нее войдут новый лазерный телескоп и тепловизор. Предполагается, что система будет отслеживать все космические объекты, начиная от спутников и заканчивая метеоритами. Министерство обороны России планирует потратить на «Стажера» примерно 1,5 миллиарда рублей. Легендарный ППШ. В 40-м году его разработали и уже в 41-м поставили в войска. Это оружие на фронте очень ждали и приняли, даже несмотря на некоторые конструктивные недостатки. Например, ППШ весит 5,5 килограммов. Были случаи самопроизвольной стрельбы при падении на приклад, да и магазин снаряжать не очень удобно. В наши дни времени на тестирование оружия не жалеют. Каждый образец проходит десятки видов испытаний, дорабатывается и модернизируется несколько лет. В России десятки КБ и НИИ разрабатывают стрелковое оружие и представляют новинки чуть ли не ежегодно. Но в серийное производство попадают единицы. Только те, которые прошли сложнейшие испытания, получили высшую оценку от самых суровых экзаменаторов. Один из таких цензоров – Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. Начиная с 1948 года институт получил статус испытательной площадки. И с тех пор все оружие, которое поступает так или иначе в силовые ведомства, проходит испытания именно здесь, в Снеточмаш. Первым делом сравним реальные характеристики оружия с теми, которые указал разработчик. Берем пехотный пулемет «Печенек» и проверяем на дальность и кучность стрельбы. Идем дальше. Проверка на бронебойность. Листали крепим на движущуюся раму и вычисляем расстояние, с которого пуля гарантированно его пробивает. В современной армии бронежилет – обычное явление. Поэтому даже пистолет должен уметь с ним справляться. Итак, у нас есть 4-миллиметровая стальная пластина и пистолет СПС. Сейчас мы узнаем, сможет ли он с ней справиться. Калибр самозарядного пистолета Сердюкова вроде небольшой – 9 мм, но скорость пули – 410 метров в секунду. К тому же она с остальным сердечником. У бронежилета нет ни единого шанса. Именно поэтому СПС должен заменить легендарный пистолет Стечкина. Ну вот фактически мы сейчас с вами провели такие вот испытания на бронепробитие. Мы заменили стандартный элемент бронежилета, заменили стальным листом, отогнали на определенную дистанцию, отстреляли некоторое количество боеприпасов по этому листу и получили стопроцентное пробитие.
Проверим бронебойность бесшумного оружия. Начальная скорость пули пистолета ПСС даже меньше, чем у Макарова. Всего 200 метров в секунду. Зато пуля весит почти 10 граммов. На что способен пистолет, мы узнаем чуть позже. Для начала хорошенько его потрясем. На этих стендах оружие должно выдержать все удары судьбы. Они имитируют и тряску в кузове машины, и неаккуратных солдат. Для ПСС это особенно важно, так как у его патронов очень сложная конструкция. Пулю выталкивает поршень, и он же запирает пороховые газы в гильзе. Поэтому ни дыма, ни огня, ни шума. Бронебойность, конечно, меньше, чем у пистолета Сердюкова, но армейскому шлему хватит. Множество может быть причин, по которым оружие отказывает. По вине боеприпаса, может быть, непосредственно из-за конструкции оружия. Здесь мы выясняем эти причины и даем рекомендации конструкторам, чтобы они исправляли их. Возвращаемся к испытаниям. Берем пистолет-пулемет СР-2 «Вереск». Это компактное оружие для городского боя. Вес чуть больше 1,5 килограмма, скорострельность 900 выстрелов в минуту. А надежность мы проверим в этой пылевой камере. Пыль – это специальная. Она, ее состав прописан в секретном мосте, так что ее состав мы рассказать вам не можем. Без защиты человек не выдержит в ней и минуты. Посмотрим, что станет с «Вереском». Итак, пыль «Вереску» не помеха. Но это еще не все. На очереди дождевая камера. Из пыльного Афганистана тропические джунгли. Только что этот пистолет-пулемет «Вереск» побывал в песчаной буре. Теперь настоящий ливень. Посмотрим, справится ли. Часто образцы не проходят эти испытания. Многие останавливаются даже в самом начале испытаний. Казалось бы, что еще можно придумать, чтобы проверить оружие на прочность? Нужно убедиться, что оно сможет пережить долгое хранение. В камерах ускоренного старения оружие устраивает влажную баню, морозное утро, а вот в этой комнате его буквально жарят в ярком солнечном свете. Если мы проверяем стрелковое оружие, мы проверяем пластмассовые части корпуса оружия. Все как на войне, выживает сильнейший. В войска попадает лишь то оружие, которое прошло все испытания, причем на отлично. Хороший пример – автомат Калашникова, но и его постоянно модернизируют. На данный момент испытания проходит АК-12, но проект пока держат в секрете. Не исключено, в скором времени он заменит знаменитого старичка. Россия бьет рекорды по экспорту оружия. В 2012 году компания «Рособоронэкспорт» заключила контрактов на сумму 17,6 миллиардов долларов. По сравнению с прошлым годом значение выросло в 2,5 раза. Спросом пользовались все виды отечественной техники, но особенно выросли заказы на военно-морское вооружение сразу в 7 раз. Почти половина поставок «Рособоронэкспорта» приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Индию, Вьетнам и Китай. Доля Ближнего Востока – 23%, Латинской Америки – 18%. Существенно подрос и рынок СНГ – с 5-6 до 12%. На индийском рынке российское оружие традиционно пользуется высоким спросом. Однако буквально на пятки Москвы наступает Вашингтон. США остаются крупнейшим поставщиком оборонной продукции в мире. За прошлый год штаты увеличили
увеличили свою прибыль почти вдвое, с 35 до 60 миллиардов долларов. Пока США захватили лишь 10% индийского рынка. Однако эксперты предрекают, что скоро эта доля вырастет в разы. Между тем, бюджет американской армии серьезно похудел. Конгресс США сократил расходы на Пентагон на 46 миллиардов долларов. Два ведущих центра исследования общественного мнения провели опрос среди граждан США, как они относятся к инициативе правительства. По информации агентства Pew Research Center, почти 40% американцев считают, что военный бюджет сокращать не нужно. 32% за увеличение финансирования армии, сторонников сокращений оказалось меньше всего. В свою очередь, центр Gallup собрал несколько иные данные. Так, 36% граждан уверены, что Пентагон получает достаточно. Примерно такое же число американцев считают, что ему надо бы умерить аппетиты. И на третьем месте оказались те, кто за увеличение армейского бюджета. Смотрите далее в программе «Русское оружие». Цветы для саперов. Разминированием займется гигантский одуванчик. Подробности в обзоре мировых новостей. Управляемая смерть. Александр Сафронов первым увидел новую российскую противокорабельную ракету. 6000 кадров в секунду. Выстрел из танка крупным планом в рубрике «Без комментариев». Военно-морские силы США провели успешные испытания боевого лазера. Пушку будущего разместили на ракетном эсминце «Дьюри», а мишенью стал небольшой беспилотник. Судя по видео, лучу света удалось поджечь летательный аппарат примерно за 8-10 секунд. Как сообщают американские СМИ, и военные, и Конгресс остались довольны новым лазером. Дизайнер из Афганистана предложил необычный способ борьбы с противопехотными минами. По устройству он напоминает головку одуванчика. К шару-ядру крепятся десятки жердей, каждый из которых заканчивается мягкой подушкой. По принципу действия саперный цветок похож на перекати-поле, то есть он свободно перемещается по открытым пространствам под действием ветра. Вес шара 70 килограммов. Этого достаточно, чтобы детонатор мины сработал. И первый в мире палубный робот-самолет готовится взлететь с авианосца. Компания Northrop Grumman совместно с военно-морскими силами США несколько лет разрабатывает X-47B. Этот ударный беспилотник уже прошел испытания на обычном аэродроме, и сейчас его доставили на авианосец «Гарри Труман». До полетов дело пока не дошло. Военные учатся рулить новым дроном на палубе корабля. Но уже в мае запланирован первый самостоятельный взлет X-47 с авианосца. Город Королёв – сердце российского ракетостроения, как мирного, так и военного назначения. Именно здесь располагается штаб-квартира корпорации «Тактическое ракетное вооружение», главного разработчика управляемого оружия в стране. Здесь не ловит даже телефон. В атмосфере секретности в корпорации «Тактические ракетные вооружения» идет работа над продолжением серии Х-31. Это новая ракета Х-31АД. Внешне они почти неотличимы, однако самое интересное у них внутри. Новые двигатели, новая система наведения, новая боеголовка. Как заверяют разработчики, сравнивать 31-ю АД с предшественницей все равно, что автомат Калашникова с каменным топором. Прежде всего, они отличаются дальностью пуска. Она выросла со 100 до 250 километров. Это обеспечивает не заход самолетов-носителей в зону поражения зенитно-ракетных комплексов противника. Поэтому потери самолетов, так сказать, не будет просто при таком прорыве. Сверхзвуковые ракеты средней дальности, такие как Х-31АД, подвергаются экстремальным нагрузкам. Все-таки скорость их полета превышает 3500 км в час на высоте до 15 км. Поэтому каждая деталь ракеты должна быть максимально защищена. Сказано, что гальванический процесс протекает в цехах защитных покрытий. В нем принимают участие тысячи работников, техников и инженеров. Где все эти люди, я решил поинтересоваться у первого заместителя главного инженера Владимира Николаевича Никифора. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Николаевич, где все эти люди? Всех людей заменила техника.
Конечно, совсем от людей отказаться нам не удалось. Вот этот участок обслуживает два человека, инженер-технолог и гальваник, которые, значит, занимаются не только завеской изделий для процесса, но и управлением. Чем меньше людей, тем лучше, так как атмосфера в цеху не самая здоровая. Детали ракет обрабатывают ядовитыми и химически активными соединениями ртути, цинка, свинца и многого другого. Про гальванику никогда не говорят, что она экологически чистая. Надо говорить, что она просто безопасная. То есть мы до такой степени очищаем истоки, и в том числе и вентиляцию. Там очистные сооружения находятся у нас, которые дают допустимо предельные концентрации вредных веществ. Эти вещества настолько агрессивны, что за каких-то 30-40 лет разъели в цеху пол, перекрытие и вентиляционную систему. Построенное в 1974 году здание пришлось полностью перестраивать в 2010. Гальванический процесс настолько автоматизирован, что запустить его могу даже я. Но технологические условия должен задавать профессионал. Мы готовы? Да. Поехали. Кстати, над производством Х-31АД трудятся десятки предприятий. Вот только краткий список. Двигатель делают в подмосковном городе Лыткарино, боевую часть под Нижним Новгородом в Дзержинске. Систему навигации привозят из Арзамаса, а, например, радиовысотомер вообще из города Каменск-Уральский. Наконец, в Королеве происходит финальная сборка. На сегодняшний день корпорация объединяет 25 предприятий по всей стране. И численность его около 41 тысячи человек. Ширина 16, высота 12, длина 24 метра. Уникальная безэховая камера готова к испытаниям технологий не только существующих, но и тех, которые появятся в ближайшие годы, а то и десятки лет. Мы находимся в лаборатории отработки радиоакционных систем наведения. Стоимость этой лаборатории достаточно высока. Стоимость ее составляет порядка 200 миллионов. И вкладывая такие большие деньги, мы, конечно, понимаем, что эти деньги должны давать большой экономический эффект. Система наведения – это основа любого управляемого оружия. Глаза, уши, нос в одном комплекте. Изначально Х-31 должна бороться с кораблями, но после замены головки наведения на базе АД разработали не совсем обычную ракету под маркировкой ПД. Пока ее коллеги стараются тщательно скрываться от вражеской противовоздушной обороны, иначе просто собьют, ПД сама охотится на системы ПВО. Ей надо, чтобы радары зенитно-ракетных установок работали. На их излучение она и наводится. Предыдущая ракета серии Х-31П имела существенный недостаток. Она засекала радары только определенных зенитно-ракетных систем. Модификация его лишена и может наводиться на комплексы ПВО как зарубежные, так и российские. Здесь применяется инерциальная система наведения, электронно-вычислительная машина, которая, так сказать, в зависимости от условий пуска и в зависимости от целевой обстановки выбирает, в общем-то, траекторию полета. Раньше на испытания тратили десятки ракет. Только одних Х-31А было расстреляно 150 штук. Теперь есть возможность моделировать боевой старт в лаборатории. Разве что двигатель не включается и боевая часть не взрывается. Вот такой испытательный стенд проверяет, как система наведения удерживает свою цель. С учетом стоимости одной ракеты приблизительно в 1 миллион долларов получается значительная экономия – более чем в 100 миллионов. Мы планируем на испытаниях ракеты Х-31АД потратить не более 5%. Испытания ракеты Х-31АД продлятся еще год и закончатся примерно в 2014 году. Она должна будет полностью заменить устаревшую Х-31.